У Росреестра есть единый справочный бесплатный телефон 8 800 134 34 с удобным графиком работы. Давайте туда позвоним. Единственный недостаток, там среднее время ожидания может составлять 5 минут, например, в час пик. Находитесь в главном меню. Для выяснения информации о готовности документов нажмите 1. Для выяснения информации о кадастровом номере объекта недвижимости нажмите 2. Для соединения с оператором нажмите 0 или оставайтесь на линии. К сожалению, на данный момент все операторы заняты. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Первый освободившийся оператор ответит вам в течение 5 минут. Даже если они не смогут ответить на ваш вопрос онлайн по телефону, они могут составить отложенный запрос и пришлют вам ответ на электронную почту либо по бумажной почте. Вот, то есть они эти заявки отправляют в территориальные отделы. Ну, что неудобно у них на сайте, например, когда обработали заявку, то пишут статус документы отправлены заявителю, а что там, приостановка либо зарегистрировано право, на статусе информации нет. Это очень неудобно. Вот. На самом деле, вот этот заявленный сейчас срок, 5 минут, он не соблюдается. То есть, и более того, с одним и тем же вопросом можно получить на него разные ответы у разных операторов. Вот. Ну, все какие-то общие фразы говорят. Вот, потому что не видя конкретных документов, не работая именно регистратором, то есть они дают какие-то общие ответы, вот, которые можно и самому, в принципе, найти на сайте, но, может быть, чуть быстрее операторы эту информацию могут предоставить. В общем, видимо, не судьба нам сегодня поговорить с оператором.